Вопросы обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности домов культуры и клубов обсудили в районной администрации. Провел совещание Роман Синеговский. Глава района отметил, что согласно требованиям постановления правительства Российской Федерации, на каждый из объектов должен быть подготовлен паспорт безопасности. Надо понимать, что речь идет об объектах, в которых ежедневно бывают люди. Ведь в клубы, дома культуры, на мероприятия и праздники, в кружки, сельские библиотеки, расположенные там же, ежедневно приходит большое количество жителей, детей и взрослых, подчеркнул Роман Синеговский. И все требования по антитеррористической защите должны быть выполнены в полном объеме. Все инженерно-технические условия обеспечены. Главы поселений доложили о том, как идет работа. В 11 поселениях, включая Славянское городское, паспорта безопасности подготовлены. В 4 поселениях – Маевском, Кировском, Рисовом и Прибрежном – подготовка паспортов близится к завершению. Согласно паспорту безопасности, в домах культуры и клубах должна быть установлена автоматическая пожарная сигнализация. Выполнена проверка электроизоляции, обеспечена охрана здания, обработаны специальным составом против возгорания одежда, сцены и обстановка зала, а также выполнен ряд других важных требований. В большинстве учреждений культуры все это уже сделано. В оставшихся инженерно-технические требования будут выполнены согласно утвержденным срокам. По поручению Романа Синеговского выполнение всех требований на каждом объекте проконтролирует районная комиссия. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».